Чуть больше года назад он выступал перед этими людьми как кандидат в примары от оппозиционной партии коммунистов, а теперь рассказывает им, как хорошо живется при демократической партии. Речь идет об Октавиане Маху, который недавно был утвержден на должность председателя Бельской территориальной организации ДПМ и совмещает этот пост с деятельностью главы Бельского отделения госканцелярии. В качестве политика или в качестве чиновника он встретился в субботу с жителями пригородного села Садовое. Гость объяснил им, что Республика Молдова движется по пути к стабильности и евроинтеграции. Почему вы не дадите возможность людям, то есть, избрать новое правительство? Или вы хотя бы, ну что, изберут вас, не вас, то есть оппозицию, то есть разницы нет, но вы не даете. Почему вы оставляете власть? Вы вообще возможность такой не даете. Кто должен оставлять власть? Вы что поставили, что выбрали другие. Почему? Так вы сами говорите. Какие есть условия? Послушайте, какие есть условия для снятия правительства? Они есть? Нет. Конституционные условия для снятия правительства есть? Я доверяю. Сами. Есть или нет? Есть, конечно. Какие? Конкретно какие? Есть три варианта для снятия правительства. Вот эти три основы конституционные. Пожалуйста, действуй. Вы послушайте людей. Пожалуйста, действуй. Пришедшие на встречу выразили свое недовольство относительно некоторых, на их взгляд, популистских заявлений, сделанных Октавианом Маху. Например, касательно возврата украденного миллиарда, реформы судебной системы и экономической стабильности. Это вопрос всех, наверное, почти. Цель вашего приезда вот сегодня, что вызвал народ, пригласили вас. Нужда такая была, чтобы сегодня собрать нас и сказать, что у нас все нормально. Значит, миллиард вернулся. Вас никто не трогает, бюджет пополнится, черт, миллиард. Вот самый, но никто не почувствовал. Еще одной темой, затронутой жителями села Садово, было шатание Октавиана Маху от одной партии к другой. Некоторые вопросы удивили гостя. Чуть позже в социальных сетях Маху заявил, что на встречу проникли провокаторы. Мы в основном голосовали в село Садове за коммунистов. Да. Вы, как бывший коммунист, вошли в парламент. От нашего или не вошли, но мы голосовали за коммунистов. Yes. Да. Yes. Почему же вы переметнулись к демократам? Вы что, потеряли у нас доверие или рветесь к этим бандитам, стоящим? Вот ответим. Сразу объясню. Я не шел по спискам в парламент, меня вообще в списках не было, то есть вы за меня конкретно не голосовали. Голосовали, допустим, вы за ПКРМ, да? Я говорю лично про себя, тот период, когда в начало 2016 года, когда перешли 14 депутатов от ПКРМ, объявили себя независимыми, меня городская партийная организация исключила из членов партии. Напомним, что Октавиан Маху действительно был исключен из партии коммунистов, когда ее покинули 14 депутатов, проголосовавших год назад за правительство Филиппа. Бывшие соратники подозревали, что он, как и некоторые другие бельские партфункционеры, близок к группе, пошедшей на сговор с Плохотнюком. Подозрения коммунистов оказались оправданными. Прошло немного времени, и Маху вступил в ДПМ официально, став председателем ее бельской территориальной организации.